На календаре лето, а на улице пасмурно и дует сильный ветер. Но, несмотря на ненастную погоду, детям не холодно. Ребята пришли на субботник, чтобы поддержать акцию «Экологический десант». Ты знаешь, что такое экология? Экология – это чистота. Чтобы было чисто, надо убирать. Три подружки – Ксения, Ольга и Олеся – пришли в свой любимый центр гармонии и принялись за уборку территории. Чтобы защитить природу. От кого? Ну, от грязи. И от непослушных детей. Не тут бросают мусор. Мы с подружками захотели сами сюда прийти, потому что мы за здоровый образ жизни и хотим, чтобы наша страна стала чище. Чтобы вот люди поняли, что нельзя вот... Чтобы... Нельзя вот засорять свой город. Нужно, чтобы он был чистый, красивый, ухоженный. Привести в порядок территорию воспитанникам гармонии помогают ребята из мобильного трудового отряда. Они уже навели чистоту в городском сквере и возле памятного знака «Хлеб нашей памяти». Теперь настало время гармонии. Мы тут гости, нас пригласили в эколого-эстетический отдел гармонию, чтобы мы помогали убираться. И вот мы здесь убираемся. За полчаса уборки ребята собрали несколько мешков мусора, скопившегося за зиму. Во время перерыва специалист по работе с детьми рассказывала ребятам об экологии. Экология – это наука о доме, в котором мы живем, и о том, как в нем жить, в этом доме. Но экология подразумевает не наше жилище, а наш общий дом. Наш общий дом – это наша Земля вместе со Вселенной, со звездами, Луной. Мероприятие, которое состоялось сегодня в гармонии, не только помогло ребятам узнать больше об экологии. Юные губкинцы поняли, что чистота в городе зависит от каждого ее жителя. Все дети воспитываются в труде, как не привлечь ребенка убрать те же самые листья после зимы, эти тот же самый фантик, который, может быть, даже они зимой выкинули. Просто приобщение детей к труду, чтобы они знали, что город надо содержать в чистоте. Как только потеплеет, воспитанники центра вместе с педагогами посадят цветы на клумбах и разобьют небольшие грядки. Надежда Кешко, Сергей Мкрычан, новости Губкинского.